Так, Надь, подсказка в лоб. Ты делаешь крутые портреты. Я крутой художник. Художник пишет маслом, а ты делаешь двойной камерой. Надь, смотри, Дима даже в телефоне залип. Я единорог, который кормит всех кексиками с радуги. Да вообще не так. Прямая подсказка, Надь. Ты вся переливаешься, в тебе все отражает. Я дискошар. Дискошар. Я умный, да? Ну, по крайней мере, меня в лицо ты очень быстро узнаешь. Так, короче, чем мой персонаж отличается от меня? У него есть интеллект. Очень смешно. Зато... У него нет таких глаз, в которых хочется утонуть. Так, давайте вспомним, что у нас там есть. Я красивый, переливающийся, у меня двойная камера, я делаю крутые портреты, у меня есть суперинтеллект, а еще меня все хотят. Хотя нет. Я русалочка? Нет. Пожалуйста. Я Наполеон? Нет. По домам! Все, по домам! Я тебя провожу.